Я бы отметил большое количество вторичных санкций, тех, которые введены Соединенными Штатами. Там есть компании из Лихтенштейна, из Федеративной Республики Германия, из ОАЭ, из Сербии. То есть, поскольку Россия смогла перенаправить торговые поставки через другие страны, сейчас Соединенные Штаты наносят удар по тем физическим и юридическим лицам в других странах, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу. Вряд ли это остановит поставки российскому военно-промышленному комплексу, но будет очередное увеличение транзакционных издержек. Игорь.